праздник Купали в Александрии собирает друзей всех тех, кто по-прежнему верит в чудеса и в сказки, а в купальскую ночь так и надеется найти папороть-кветку. За впечатлениями отправляемся и мы. Купалия – древний народный праздник, связанный с летним солнцестоянием. Слово «купали» имеет несколько трактовок, наиболее распространенно от древнеславянского «купеть» – «гореть». На купалии принято ворожить, искать папороть-кветку и загадывать желания. Центральное место в обрядах и играх занимает купальский костер. Эти огни олицетворяют солнце и наделяют силой давать урожай и прогонять всякую нечисть. Вокруг огня водят хороводы, поют купальские песни. Купальскую ночь считают ночью чудес. Согласно народным поверьям, реки в эту ночь светятся особым призрачным светом, а звери, птицы и даже деревья получают дар речи, зацветает папороть-кветка. После принятия христианства церковь совместила с Купали день Иоанна Крестителя. Праздник получил сдвоенное название «Иван Купала». Традиция Купали на Беларуси почти в архаичном виде сохранилась до начала 20 века. Сегодня этот праздник один из самых любимых и народных. Людская молва об этом народном празднике раскатилась далеко за пределы нашего края. И стар, и млад, из соседних деревень до других регионов Беларуси, братских России, Украины, в первые дни июля спешат в Александрию. В этом году она в пятый раз собрала друзей на берегу Днепра. Два дня тут было раздолье для всего честного народа. Песни, пляски, ну и, конечно, какой праздник без народных умельцев? Расскажи нам, что здесь происходит, что делаете? Делаем подковы, розы, подсвечники. Сколько времени уходит, чтобы сделать одну подкову? Ну, буквально час-два. Вот так вот новичку, если прийти, можно попробовать мне постучать? Можно. Разрешите? Да. Стучим, да? Получилось? Скульптурные композиции, которые замерли в металле. А вот на таком велосипеде далеко не уедешь. Ну, в принципе, ехать уже и никуда не надо. Он приобрел второе дыхание и теперь служит цветочницей. Мы из Быховского районного центра культуры. Вот зараз приехали на свято Александрея, збирая сябров. И зараз мы валондаемся с гуртом. Добрый день вам, гости, дорогие. Вы завжди жаданные такие. На земле гостиной рады вас витать. Звонкой родной песни сострадать. Песен и плясок сегодня будет хоть отбавляй, а нам все, охота к мастерству ремесленников прикоснуться. А можно помочь вам попробовать что-нибудь сделать? Попробуйте. Давайте. И что я делаю? Убирайте лишнее, срезайте. Пока будет по кругу медведь с одной стороны, потом переворачиваем, рисуем другую сторону, тоже по кругу также обрабатываем. Сколько времени уйдет, чтобы сделать? Дня три, 2-3 дня. То есть начнем здесь на Александрии, а продолжим уже у себя дома? Ну, да. Все понятно. Откуда приехали? С Бобруйска. Угу. Значит, можно вашего медведя с бочкой где-то там найти. Да. Ну, не только медведя, вот тут наши работы представлены. Сами родом и как появилась тяга к такому творчеству?
сам с Крычева, где мы и отродили поднепровскую народную традиционную цацкую свистульку. Ремесленники да торговцы приехали на Великий Александрийский кермаш. Выставка умельцев белорусских, сорочинских из Украины, нижегородских из России. Свою землю трудом прославляют, а как гуляют. До второго хлеба на Александрии ему отдельное внимание. Даже фестиваль организовали и назвали «Белорусская бульба». Сначала картошку чистим, потом моем, потом берем терку ручную и вручную натираем эту картошку. Обязательно вручную? Обязательно вручную, потому что если будет не вручную, драники не будут такие вкусные. Но самое главное, добавляем туда улыбку, от которой драники становятся слаще. И потом выпекаем вот на такой печке. День сегодня необычный, день особенный у нас. Бабушка с молочной крынки снова рада встретить вас. Подходите, покупайте. Белорусское, все наше. И красивое, и вкусное. Мы везде были, все видели. Мы не первый год здесь. Нам очень нравится. Настроение, погода, все так красиво, чудесно. Вы откуда приехали? Мы приехали из города Славгорода, и уже не первый раз на каждый фестиваль приезжаем, песни поем, танцуем, и нам очень нравится этот фестиваль. Пусть он продолжается, всегда будет. Сильное впечатление. Что больше всего поразило? Все понравилось. Конкурсы. Участвовали? Во всех. Победили? Вопросов нет. Конечно. Я приехала из Москвы. Очень хороший и интересный праздник. Сколько много впечатлений. Хорошие люди, добрые. Все очень красиво и очень интересно. Нам очень нравится. И вообще Белоруссия прекрасная страна. Купляйте вяночки. Кто вяночек проберется, та и девка не застанется. Мне очень нравится. Здесь очень весело и хорошо. Вино где плели? Где-то здесь было. Что будете с ним делать? Как обычно, на купалье в речку пущу. Очень красиво все, сказочно, портреты рисует. Ну, просто нет слов. У нас такой классный венок, будете на воду бросать? Ну, думаю, да, на суженого ряженого гадать. Еще нету, да? Есть, но посмотрим, он ли. Может, он с той стороны мне выплывет. За два дня праздник Александрию посетило около 100 тысяч человек. По количеству гостей и участников пятый праздник побил все рекорды прошлых лет. Привлекал он своей разноплановостью проектов и ярким созвездием артистов. Растает где-то в шуме городцов, и без меня обратный скорый поезд. Растает где-то в шуме городцов. Приятно будет сегодня петь для всех белорусов, для всего славянского народа. И трепетно переживаю. Здесь есть определенное волнение, потому что здесь мои родные, здесь мои самые близкие люди по духу мне. И вообще я родился на этой земле, не так далеко от этого места, и тоже на замечательной реке Днепр. Народы, которые проживают в Приднепровье, они все присутствую здесь. Это очень важно, чтобы мы ощутили более зримо, выпукло свою общность в прошлом, в настоящем и осознали необходимость сохранения этой общности в будущем. Самое главное то, что он соблюдает свое основное предназначение, которое заключено в этих простых, но очень емких словах. Днепр – река дружбы. А это очень актуально в наше время. В формате купалья было реализовано много интересных творческих проектов. Еще один – творческая площадка «Большой бар рыбалки». И на ней прошло настоящее шоу по продаже живой рыбы. Покупателю надо постараться выловить из бассейна свою добычу по старинке голыми руками. Смотрите, классно!
Молодец! Торговля в Александрии порадовала не только ассортиментом, но и подачей товара. Вот эту дырочку открывай, закрывай, это будет красиво. Ну-ка. Открывай. Торговля за два дня праздника Купалия продала почти на 3 миллиарда рублей. Гостям был предложен широкий ассортимент кулинарной, мясной продукции, продукты из картофеля и рыбы, вяленая, соленая, копченая, живая. Общая длина торговой экспозиции составила 600 метров, а всего праздник Купалия на берегу Днепра в Александрии растянулся на 5 квадратных километров. Кульминацией праздника стали купальские костры и фейерверк под ночные песни-хороводы. Александрия говорит до свидания и зовет в гости через год, где вновь соберет друзей.